Чё тебе нужно? Ой. Понятно. Все хорошо. Блин, ну и местечко. Да. Всем доброго здоровья и приятного аппетита сейчас кушать. С вами Юлия Мишка. Всем привет. Добро пожаловать в тюрьму и в игрушку под названием Prison Simulator. Да, в общем, это бесплатный пролог. Пока что создадим свою команду мстителей. Да, можно рандомно, можно самому выбирать. Так, сейчас кого-нибудь. Это слишком... Ну, давайте вот такое. О, он дерзкий. Так, имена. Давайте, агрессивный. А, это фамилия, да? Да, фамилия. Кувалдос. Кувалдос. Хорошо, Кувалдос. Вася. Хорошо. Но мы не всех так создадим, потому что это очень много и долго. Давай какого-то дерзкого. О, это Хитман будет. Хитман? Ну, это мое от меня. Хитман. Ну, 47-й. Или нельзя? О чем дело-то? Нельзя циферки. О чем дело-то? 40. Сед мой. Он такой, мои родители были дебилы. Да, точно. Так, закрыть. Все. Так, пес. Его будут звать пес. Пес. Так. Или наш, он должен. Вот сейчас, секундочку. Еще вот так иногда пишется. Пес. Драный, можно? Драный. А как буква И? Драний, пускай будет. Нет, а Y, типа, ну, драний. Драний. Все. Так, следующий мой. Ну, более менее сейчас. О, ну. А видишь, еще надо смотреть. Блин, не, давай это. А тут нельзя никак характер поменять. А, можно вот, мягкий, видишь? Да, слушай. Блин, изнасилование, торговля наркотиками. О, ну я не знаю. Ой, из Мэнхэнта чувак как будто. Но я не знаю. Это будет... Хотя, конечно, знаешь, я бы всех кто? Насильников пересажала, но они мне не нравятся. Надеюсь, знаете, что это такое. Да. Я использовал. Я со Сбиба. Это так. Будет. Так, Юль, нормальный или... Да, да, вот, давай, чётко. Так, имя? Пухлый. Нет, Джо. Нет, давай Джо. Так, Джо у нас как? Так будет? Джо, да. Джо. Так, пухлый. Пухлый. Так, началось. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Так, еще давай парочку и пойдем. Сейчас я прям какие-то похожие пошли. Старый. О, так. Блин, по нему видно. Яко Пако будет у меня, не знаю. Яко Пако. Так, ну и твой давай еще. Норма или какой-нибудь? Можно, конечно, тут, смотрите, можно самим создать так. Да, давай вот, стой, вот такого. Нет. Вон тело можно выбрать, то есть, чтобы он был стройненький. Ну, слушай, такой. Ничего, убийство. Давай, все, вот так? Мне нравится. Хорошо, давай. Не, вот его можно. Вот этого? Нет, блин. Вот, все, Юль, будет такой. Давай, его будет потейто. Потато. Потато. Только с одной. Ну, извини, он будет потато. Дальше. Дальше я не придумала. Тухлый. Карто. Карта потато. Ну все, а дальше, короче, давайте, у нас будет случайные. Лео. Тудутын, поехал. О, два раза, ну то... О, блин, он был такой классный. Тревор Гомес, да у него офигенное имя. Да, блин, усатый был. Миша, ну зачем? Во, а, это уже был. Был такой. Ну вот, смотри какой. А у нас все одни лысики. Сани белый. А вот это кто? А, вот, худой такой же. Короче. Бородатый нужен. Ладно, не будем затягивать. Можно просто остальные автоматически получится. Дальше сейчас мы создадим банды. Но мы сами будем не... Не, в банде. Не в банде. Сейчас вы все увидите. Ой, это уже лишнее. Енот классно. Давайте енот будет. Енот. Енот. Так, далее. Волчара, да? Да, это Мэтт. Мэтт. Команда Мэтт. Так, это Монти. Ага, блин, Монти. Хотя нет, там, ну ладно. Кэт, что ли, тогда? Ну ладно. Так, давай, кто куда? Наша команда енотов будет, что ли, тогда полностью? Да... Ну, короче, какая разница, давай. Потом встретим, возможно. Так, пухлый Джо туда, Пака Яка, карта Потато. Блин, а у них классные имена, мне нравятся. Так, и дальше Тревор Гомес. Ну, блин, и сразу пошло скучно, что-то ну неинтересное. Ну вот, Кэт скучно будет. Ну все, а что поделаешь? Да, вот. Закончить.
И все. Сейчас начнется очень интересно. Здесь много механик, на самом деле, в игрушке. Я надеюсь, мне кажется, прикольно было создать, показать это, потому что это важно, механика в игре. В любом случае будет угарно. Так, в общем, здесь нам что рассказывается, что будет происходить? Мы будем работать, отдыхать. Да, мы, собственно, охранник. Да. Итак, прибыл на службу. Расслабьтесь, зовите меня Ричард. Мы на службе, но не так уж сильно придерживаемся званий. Как вы боитесь первого рабочего дня? А, как вы боитесь? Нормально. Насколько сильно вы боитесь? Отлично, бояться нечего, это спокойная работа. Кстати, в первый рабочий день у всех была встреча с начальником, и вас это тоже ждет. Вы знаете, где находится его офис? Не совсем. Так, проверьте карту. Я уже давал вам ее. Или вы что-то изменили в настройках, в таком случае вам придется искать ее самостоятельно. Но, с другой стороны, я отведу тебя туда. Так, кстати, вы присоединились к команде в нестабильный момент. Берегите себя и будьте внимательны к заключенным. Он же сказал, что все спокойно, бояться нечего. Между нами говоря, в тюрьме что-то происходит. Я не знаю, что именно, но будьте осторожны. Ладно, хватит. Возможно, так, здесь снимается зеленый слой. Его зовут Джурий. Юрий. Юрий. Ага. Это Юрий, короче, наш друг. Так, это... Это тетя или это дядя? Это из Last of Us, походу. Я так хотел сказать, у них офигенная озвучка. Да, озвучка здесь топовая. Туда, новая, что туда? Новая. Новая. Как я рад вас видеть. Это чтобы никого не обидеть. Как, а где туалет? Ага, у вас есть чувство юмора, вы найдете его в туалете. Вы уже взрослый парень. Продолжение. О чем я говорил? Как дела в тюрьме? Она очень хорошая. Честно говоря, у нас удачный удар, высокие субсидии и отличный перевод. Заключенные довольны и спокойны. Охладите свое. У вас будет много дел, но давайте начнем с того, что вы делаете сегодня. Давайте я посмотрю документы. Сегодня у вас более длинная смена. Итак, утром прибыл новый заключенный, позаботьтесь о нем, проверьте все документы, отпечатки пальцев, удостоверение, бла-бла-бла. И заначку у него в чоку айс. Так, после обеда новая посылка от 7 заключенных, тоже проверьте их. Все, я понимаю. Не перебивайте меня, наконец-то отберите несколько заключенных для работы в мастерской, проследите, что не валяй дурака. Ничего, у меня работа отнял. Да, перерыв, выпейте, это все. Я бы забыл, после обеда подойди к ребятам в комнате охраны, они научат тебя некоторым хитростям. Ладно, вы можете идти. Музычка такая крутая, все, мы крутые. Так, нам, это Юрий, нет, Ричард. Вот сюда, Юрий уже Ричард, все. Ричард, хорошо, идем. Нифига себе, мы бегаем. Ну, так, Миш, на такую работу сейчас берут. Прикольно, механика будет. О, прикольно. Мне тут мне сюда не надо. Чипсы были там. Чипсики, это хорошо. Короче, сейчас будет вообще... О, прием новых заключенных. Как его? Papers, please. Поехали. Да. Вызываем. Вызывайте. О, о, это пухлый? Я забыла. Может, слушай. А, Олаф Кларк. Олаф Кларк. Да ё! Там немножко мата было. Черт, побери, он такой говорит. Так, в общем, что нужно сначала сделать? Проверить его документы. Ага. Во-первых, имя Олаф Кларк. Олаф Кларк. Отпечаточки. Отпечаточки сверяем. Похожи? Ну, один в один. Да. За что он? Блок казни нет. Американец. Убийство. Вот козел. Так, ладно, вроде здесь все нормально. Мы не знаем, кого и за что. Вдруг ну, это в любом случае, принято. Я не знаю, я ничего ни в кого не это. Так, теперь нужно проверить предметы. Шампунь, да? Чувак, главное. Шампунь. Так, стой, погоди. Стой, погоди. Или это дезодорант? Ну да. Да, это дезодорант. Проверяем, нет ли ничего лишнего. Все вроде нормально. Так, дезодорант, таблетки от лихорадки. Ого. Опа, опа, наркота. Так, так, ну все, ты попал, пацанчик. Обезопасить. Алло, у нас очки еще это. Пес. Ну, очки вроде в порядке. Ничего. А вдруг нет. Там. Ну, так, он уже. Все, вызовите. Можно его дубинкой. А, как погодите, все. Нам срочно. За это мы давай отнимем у него дезодорант. Так, можно сейчас мы его должны обследить. Так, возьмите. Так нет, я ему не хочу давать. У него. А, можно было просто отобрать. Стой, погодите. Мы же нашли. Погодите, я не галку я не ставил, я ему нарко... Ладно, пошел к черту уже. Да будет диверсия, он должен наркотики и все остальное. Да, иди. Проваливай. Короче, мы наркоманы пропустили. Чтобы мы тебя больше не видели. Это печально.
Но первый день бывают ошибки. Следующего давайте. Оу. Серьезно, парень. Мафиозник. Да, это реально. Джулиан Джонсон. Да, слушай, отлично. На самом деле, где наш-то? Убийство. Джулиан Джонсон. А это новенький, Юль. Так, дата рождения и код, кстати, не забываем проверять. 27-й на конце. Ой, все вроде правильно. 27 отпечатки пальцев. Похоже. Похожие, то есть одинаковые. Так, хорошо. Ну, хватит болтать. А, ух, Милка. Милко. Милко. Так, белый шоколад. Так, ну вроде шоколад не виноват. О, а можно оставить себе? Не, этот нельзя оставить нельзя. Себе. Так, опять у нас... Проверка. О! Так. Так, смотри, R. А, все, мы за... я понял, мы все правильно сделали в прошлый раз. Мы можно как бы... оставить себе, да? Да, но я как бы уничтожил. На следующий раз. Вот так. И нет его, шутка, конечно. Так, ну здесь конфетки вроде в порядке. Да, вредит вашему здоровью. Мука только в пироге. Так, ну что, нам ее обыскать надо? Обыскать! Точно. Щупаем мужчину. Апельсиновый сок. Можно себя оставить. Это запрещенный предмет. Забираем себе. Что, реально забрал? Да, себе забрал. Мне дали достижение. Это за то, что ты, как это сказать, за твоего друга вон того. Стой, Миш, нам надо кнопку нажать. Своим шоколадом иди отсюда. Поделись потом. Белый шоколад. Белый, да. Вызовите охранника. Все, работа выполнена. Так, теперь мы можем отдыхать. Нам рассказывают, что есть задание у... Птица, главное, там было написано. Так, куда пойдем? Мы можем пострелять и поиграть в баскетбол. Да пойдем в спортзал. Так, еда, можешь покупать. Еда продлевает ХП. Да, увеличивает. Левой кнопкой мыши. Ну, еда вообще, да, покупку, как сказать, чтобы... продлевает вашу жизнь. Ше, то есть инвентарь, да? У нас есть. Ну-ка, у нас есть регазировочка. Отлично. А можно еще нелегальный? Слушайте, можно быть плохим. Вау, да у нас тут прям зона-то отличная. Так, я пошел покачать. То есть мы покажем заключенным, кто здесь батя. Да, у нас сейчас свободное время. О, слушай, можно красота. С пацанами перетереть. Здорово, мужики. Чё, так, как? В тренажерном зале можно развить свою статистику. Хорошо. Это прям круто. Сейчас они увидят, как мы полраза так, поднимем. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Поочередно клавиши. Так, опа, 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 опа. А, ну я могу быстро накачаться. Ну это прям как Сан Андреас. Тихо, опа. Перебор, что ли? Секунду. Кто вонючего кошака опустил? В натуре, мы не видишь, тут качаемся. Так, все, 12 раз так сделать. Да вообще изи. Чуть-чуть дотяну. Мэтт, сейчас ты пойдешь стягать. Или сядешь сюда. Да, будешь наказан. Карцер отправлен. Срарцер, я бы сказал. Че смотришь? Видал, какой я крутой? Ой, слишком быстро, тихо. Тихо, аккуратней, молодой человек. Я боюсь, нам никто не поможет. Да, кстати, не поддержит. Что-то пойдет не так. Так, 10. Что ты смотришь? Тупыришь. Кстати, мы найдем кого-нибудь из своих? Вот мне хотелось бы. Все. О, так. Все, состояние было увеличено. Состояние было. Так, рутина, тюремный двор. На дворе... Твоя главная задача следить за подозрительными ситуациями. Реагируйте следующим образом: предупреждением, прямым принуждением или наказанием. Лучше может быть с ним. Следи за надлежащим поведением других от и другими отклонениями. Если относительно тихо, можете немного расслабиться. Обратите внимание на время. Для положительного завершения рутины необходимо разрешить заключенному находиться на открытом воздухе. Ладно, разберемся. Так, Макота, да. Так, это кто? Ханс. Кевис Левис какой-то, Ричард Гордон, вроде такой был. Смотри, красные. Свен Гордон. Но они, видимо, заразные. Чё, как много? Олаф. Свинсон какой-то. Вон, может, вон они, смотри, сколько. Пухлый Джо, ё-моё, здорово, как жизнь, чувак. Так, Иван Иванович у нас, кстати, прикольно. Джули Декарт, драный пес. Ну, слушай, серьезно. Чел, тебе не повезло с Андрей Смит, с таким имечком, конечно. Том Гарсия, Мэтью Ларсон, Роберт Томпсон, Тревор Гомес. У нас сериал, что ли? Прошлой серии. Да-да-да. Когда заключенные ведут себя вопреки правилам, надо их, короче, колоть. Выбирай рацию и подойди к агрессору. Используй рацию, левая кнопка. Надо так, было, знаешь, добавить в роли драного пса, драный пес. Да-да-да. Так-с.
испуг в руле одноглазого. Режиссер Мишка и Юля. Так, стой, рацию, да, нам сказали? Так, он что-то драться хочет? С ним подраться надо, надо мстить. Он Пока-йока, блин, ты чё? Миша, мы так, наказание... Я говорю вы ему. Вы будете наказаны. Короче, бери. Надо успокоить этого мужчину, ему мне кажется. Ему пахари, может. Сейчас ему пахари, да. Все. Да вы что? Произвол. Успокоились. Вон, видишь, как твой напарник работает. Все, успокоились. Что здесь происходит? Рация. Дубинка, Миш, возьми дубинку. Так, вы будете наказаны. Предосудительное поведение. Что я якобы сделал? Никаких телефонов. Ну ладно, пухлого Джо отпустим. Я так и думаю. Так, а что у нас, чтобы... Так, у нас все вроде в порядке. Это задание у него есть, да, получается? Чего? Смотри, отжимайтесь. О, можно с этим поиграть? С Марком. Йоу, Цирик, хочешь сыграть? Так, а еще сбор. Ага. Так, ну ладно, хочу сыграть с тобой. Черт, я ведь не это имел в виду. Я думаю о ставке. Поднимание штанги в положенное время. Не, давай. Все, я только что штанги накачал. Все, у меня банки уже огромные. Так, давай, у кого задание? Пухлый Джо, у него возьмем. Да, поговорить. Ты выглядишь вполне нормально. Может, ты хочешь получить немного денег? Пипец, я работаю или ты? Так, это зависит от того, что ты хочешь. Как я знаю, завтра в тюрьму придут посылки, да? А ты проверяешь, что внутри. Разве можно закрыть глаза на одну посылку? Там будет шприц. Допустим, мне очень нужно все из этого пакета. Я, конечно, вознагражу вас. Да давай, что-то там происходит. Отлично, пухлый. Возьми половину сейчас и еще раз, когда посылка будет в моих руках. Пожар. Так, а, там я видела, где я находится. После того, как выполните все действия, отправляйте в комнату. Блин, не дадут перетереть. Миша, вон он! У нас кто-то спалился. И использовать. Это диверсия. Что здесь происходит? Охладите карбон этот. А что оно? Общая подсказка. Отправляйтесь в комнату. Так, еще не потухло? Да, не дожал. Блин, чувак, ты сзади так. Ой, я не знал, что оно сработает. Ну все нормально. Он такой... Идите отсюда. Он такой, он сладенький. Да, здесь, конечно, непросто. Блин. Так, можно обратно повесить это, что ли? Всё. Да. Господи, ну и местечко здесь, конечно. Это точно. Так, Миш, нам надо на выход. Блин, мне нравится, на самом деле. Ну, не здесь, а игра. Так, ладно. Я смотрю, столько дел, всем что-то надо от нас. Но мы сейчас, это, пухлый у нас, вот шприц пока, 25 баксов. Давай можем с кем-нибудь еще, если знакомого встретим. Том Скурунер какой-то. Это мы взяли, пухлый Джо. Можно еще с кем-то поиграть в баскет, наверное. Мы можем, кстати, поиграть в баскет. Вася, кувалдос. Так, кувалдос. Немного денег. Так, что ты предлагаешь? Может, конкурс. Небольшой конкурс для лучших ощущений? Оставим деньги. Положим не мыло. Не попадешь в кольцо 5 раз за минуту. Приготовь свои деньги. Так, сколько? Ну, давай 20, да? Да. Хорошо, я считаю время. Готов? Я ей ни разу не кидал, если что. Миш, выше надо. Это Юля, короче. Немощный сейчас. Не, надо выше, бери выше, короче. Вот так? Ну, как о, почти. Стой, ну погоди, а я же могу... Ё-моё. Ты в баскетбол-то не играл, что ли? Да я вот в такой не играл, да господи. Слишком высоко. Эй! Ё-моё. Выше, чуть выше. Целься вот, Миш, вот. Раз. Так. О, два. Вот, отлично. Блин. Так, сейчас я без денег останусь. Придется шприцами торговать. Пацаны, давайте еще раз. Он как будто поссать хочет. Так считается? Миша, скажи, что-то против тебя имеет. Все, валим отсюда. Блин, гадство. Что тебе нужно? Ой. Понятно. Все, хорошо. Блин, ну и местечко. Да. Ладно, поиграл это я, короче, культурно, с этими дикрими. Так,
Мне нужно домой. Я хочу домой. К маме. Так, а ты кто? Миш, у тебя есть газировка. Гонсалес. Пусть день этот закончится, да. Так. Миш, у тебя есть газировка. Выпей газировки. Хорошо. Так, а где у меня... Тут карта огромная, на самом деле. Так, мне нужно вот сюда, назад, что ли? Сейчас, погодите. Сюда. Нет, все правильно шел. Блин, я устал. Так... У меня здоровье, видишь, здоровье мне нормально. И мне газировка не нужна. Ага. Так, я почти пришел. Здрасте. Здорово. Так, вот сюда? Наверное, вот сюда. С чего ты взял? Сюда. Сюда. Да нифига, Миш, ты по кругу ходишь. Ну, блин, так. Вернись. Да, ты права, да-да-да-да-да-да, все-все-все. Ой. Ну, новичок мне можно. Блин, я. Да, вот сюда. Да-да-да, мне другое, короче, с другим. Зал совещаний, все. Здорово, шеф. Борис Кот. Уже мы закончили на сегодня? Да, на сегодня все. О! Уважение плюс 8, риск мятежа минус 3, деньги плюс 105. Видишь, неплохо, но могло бы быть и лучше. Да вы что? Кто говорите? Вы такие, чтобы судить нашу работу? Ничего, я здесь поднимусь и буду крутым. Так, у нас какая-то новая сейчас будет. А, нам надо это проверить. Так, комната для отдыха, коллеги. Так. У вас не можно помахаться? А, поговорит. Здрасте, привет. Привет, Ричард сказал мне, что мне нужно с вами поговорить. О, правда? Тогда это значит, что вы готовы научиться у нас некоторым трюкам. Так. Например, как проносить чего-нибудь, да? Вы учите чему-то большему, чем избиение заключенных? Я бы постерегся с такими шутками, особенно в присутствии заключенных. Это не что иное, как навыки, которые помогут вам выжить здесь. Что, кстати, должно быть очень полезно. Заключенные нервничают, старайтесь решать конфликты сначала разговорами. Я могу научить вас, но сначала вам нужны две вещи – очки навыков и деньги. Вы же не думали, что я расскажу вам наши секреты бесплатно? Что за очки навыков? Вы получаете очки навыков каждый раз, когда... А когда вы достигаете определенного уровня, у вас будет достаточно очков. И денег. И денег. Да я думаю, вы готовы получить свой первый навык. Сколько он стоит? Первый навык можно приобрести за счет заведения. Он будет стоить вам всего одно очко. Навык. Который у вас уже есть. Да. Потому что вы, новичок, должны начать немного больше понимать. Но если вы понимаете, смотреть о чем. Смотреть на себя. Мы. Так, у нас пассивный есть и активный. Так, обыск и запугивание. Так, запугивание. Быстрее на 25%, а пассивка увеличит максимально. Мы еще камеры будем обыскивать. Ну, слушай, Миш. Нас кто-то... Ну, давайте, да, побыстрее. Слышь? Взяли. Прикинь? Понял? Теперь вам будет легче справляться с этим раздраженными заключенными. Итак, вы поняли? Да, я понял. Хорошо, помните, вы всегда можете поговорить со мной, чтобы узнать, есть ли что-то новое для вас. И еще одно. В последнее время в нашей тюрьме происходят довольно интересные события. Я говорю не только о трудных заключенных. Если вы когда-нибудь случайно услышите или увидите то, что вам не следовало, ну, тогда решайте сами. Только помните, здесь легко нажить как друзей, так и врагов. А врагов между высокопоставленными людьми иметь нежелательно, поверьте мне. В любом случае, вали удачи. Отсюда. Ладно, ребят, пока мы на этом остановимся. Голосуйте обязательно лайком за продолжение. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.